Музыкальный фольклор, медиа-студия, дизайн, искусство театра. Список направлений детской школы искусств номер 2 настолько обширный и разнообразный, что трудно определиться, куда стоит отдать ребенка на занятия. Уникальность учебного заведения в том, что в нем также представлены традиционные ремесла. Здесь можно научиться работать с глиной, шить народные костюмы, овладеть художественной обработкой дерева. Мы в этом году набираем резьбу по дереву, где очень разнообразно. Они учатся резать геометрической, режут его Татьянку. Резьбу и делают прорезную и великолепные работы. У нас еще отделение набирает дизайн одежды и ткани, где девочки учатся шить, вышивать разным рукоделием, и вяжут из крючка и создают очень интересные модели одежды, как в народном стиле, так и в смешанной технике. Новых учеников ждет отделение керамики. По словам ведущего преподавателя Снежаны Калинкиной, здесь ребенок будет создавать работы в разных техниках и жанрах, от народных до современных. Первые хороши тем, что дополнительно развивают моторику. Идет разработка пальчиков. Особенно это современно в наше, как говорится, время, потому что дети используют в гаджеты всего 2 пальца. Указательный такой. Здесь, как говорится, все пальцы, они начинают фантазировать. Они не только в компьютерной игре, где они привыкли, что это стрелялка, убивалка или бродилка, здесь их заставляют посмотреть на мир совершенно другими глазами. Это очень захватывающий материал, который успокаивает, расслабляет, и плюс к тому же в конце занятия каждый уже ребенок видит конечный результат. В отделении дизайна юных саровчан учат рисовать, работать с бумагой, с ними проводят беседы о художниках, родном крае. На всех направлениях в детской школе искусств номер 2 педагоги делают акцент на том, что любой ребенок талантливый, умелый, нужный. Руководство регулярно организовывает дни открытых дверей, чтобы окунуть посетителей в процесс обучения. На очередной такой встрече гостям представили достижения педагогов и учеников, провели экскурсию по кабинетам и мастерским, дали попробовать свои силы на мастер-классах. Подробнее ознакомиться с набором на 2024-2025 год можно на сайте детской школы искусств номер 2 в разделе «Приглашаем учиться». Записаться на встречу с преподавателями по телефону 9-51-84. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.